Сейчас в Глинищевском социальном приюте находится 14 несовершеннолетних в возрасте от 3,5 до 16 лет. По поручению руководителя организации Александра Шарова, ветераны ВДВ вручили ребятам развивающие игры, школьные принадлежности, сладкие подарки. Пожелали расти настоящими гражданами своей страны, гордиться славными страницами ее истории, ратными и трудовыми подвигами советского народа, тем, как стабильно развивается сильная и единая Россия. На протяжении многих лет это как бы наша традиция посещать детские дома не только в преддверии Дня знаний. Надо отметить, что в этом году в Брянской области исполняется 70 лет. Это повод не только изучить славную историю нашего края, но и вспомнить о нашем будущем. А наше будущее – это наши дети. Акция была проведена при содействии Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области. Во время встречи мальчишки и девчонки расспрашивали десантников о трудностях военной службы, разносторонней физической подготовке, прыжках с парашютом, примерили голубые береты, сфотографировались с шефами на память. Ребята пообещали освоить приемы рукопашного боя и физические упражнения, показанные десантниками, и уже на следующей встрече продемонстрировать свои умения. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам. Елена Смирнова при содействии пресс-службы правительства Брянской области. События Глинищева.